Сегодня я посетил еще одно мое любимое место, которое называется Скалы Эрглю, Клифф Эрглю. Можно перевести как «Орлиные скалы». Они нависают над излученной Гауи, фактически отвесной стеной такого бурого красноватого цвета, представляющей собой необыкновенно красивое зрелище. Эти скалы находятся в центре Гауиского национального парка, в 5 километрах от расположенного здесь районного города, старинного города Цессиса. В свое время он назывался по-немецки Вейден. И вот здесь, по преимуществу в хвойном лесу, располагаются эти скалы. Вообще таких скал несколько на протяжении Гауи, но вот Эрглю наиболее доступные и, наверное, одни из самых знаменитых. Вот здесь вот как раз мы видим русло Гауи. Оно здесь делает петлю. Уникальность этой речки, наверное, в том, что русло ее бесконечное, петляющее. Она протекает практически по всей восточной территории Латвии, которая называется Видземе. И вот здесь был создан лет 50 назад Гауиский национальный парк. Одной из достопримечательностей которой являются вот эти удивительно красивые скалы Эрглю. Их можно, так они выглядят снизу, а можно подняться вверх на смотровую площадку, посмотреть, что я сейчас и сделаю.